Вернуть счастье всеми, помочь всеми силами. Международный день пропавших детей сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» организовали акцию «Стена». В центре города они разместили инсталляции из ориентировок. На каждый из них ребенок, который однажды не вернулся домой. С каждым из ребят можно сфотографироваться и выложить фото в соцсети с тегом «Чужих детей не бывает». Таким образом можно помочь в поиске. В рамках этой акции на стене города вывешивается 1717 ориентировок пропавших детей в 2020 только году. По статистике отряда, с начала 2010 года по сегодняшний день пропало более 17 тысяч человек. За 10 лет в России было найдено 15 800 детей живыми, 450 – погибшими. Поисковики сотрудничают с правоохранительными органами, волонтерами и представителями бизнеса. В Международный день ориентировки разместили на самых видных местах центра города. Молодежный совет городской администрации тоже участвует во флешмобе. Активисты помогли в организации. Сегодня мы призываем горожан обратить внимание на такую проблему, как пропажа детей. Она повсеместная и она очень злободневная. Акция в подобном формате проводится впервые в Ульяновске. Инсталляция будет доступна широкой публике в течение суток. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ул-Правды ТВ.